Добрый вечер. Здравствуйте. Я знаю, что вы человек, который чтит традиции. А у журналистов есть традиция в декабре спрашивать про итоги года. Что в 2018 году у Рамзана Кадырова было радостным, что его огорчило? Ну, я скажу, что больше было радостных дней, чем огорчений дома. У нас по всем направлениям очень хорошие показатели, и год мы закрываем, так можно сказать, удачно, несмотря на то, что вокруг нашего государства и региона складываются определенные сложности. Мы сегодня, в этом году, так скажем, дополнили республику еще одним городом, город Курчалой, и очень много сделали в городе Грозном, как вы знаете, это в этом году исполнилось 200 да, лет. Да, я к этому и подводил. 5 октября вы 200 лет праздновали вместе с вашим днем рождения. Да, мы так скажем, полностью заново восстановили около 500 дворов. Все центральные, так скажем, дороги асфальтировали, строили детские площадки. И и на Юртовском районе, и в Ильянском районе, и Ачхоймартановском, любой район взять, есть хорошие показатели. И год мы, я еще раз говорю, закрываем, выполняя все свои обязательства перед народом. Поэтому я считаю, что исходя из той ситуации, в которой мы находимся в республике, у наших врагов не получилось, так скажем, заставить наше государство встать на колени. А кто наши враги? Запад, Европа, они же давят нас санкциями. Да? И что им нужно для того, чтобы народ восстал против государства, сказал, что почему, что, где, когда. Нет, мы наоборот, регионы не только выживают, и даже показывают хорошие показатели. Поэтому я считаю, что этот год для нас был удачным, чем нежели неудачным.